Всем привет! Сегодня у нас на обзоре микрофон с конденсаторным капсулем студийного качества от бренда Maona, модель AU903 Fairy. Модель идеально подходит для подкастинга, стриминга, игр, ASMR, а также для решения любых задач, связанных с высококачественной записью голоса. В этой коробке микрофон мне поступил. Микрофон у нас USB. Сбоку этой коробки, а также сзади, различная информация по этому микрофону. Всю информацию по ходу обзора обязательно вам расскажу. Перед распаковкой микрофона я прошу вас поддержать меня лайками. Без вашей поддержки просто не обойтись. И также подписывайтесь на мой канал те, кто еще не подписан. Итак, открываем коробку. Таким вот образом все это дело происходит. Что у нас здесь внутри? Инструкция на английском языке. Далее у нас сам микрофон. Микрофон у нас конденсаторный, кардиоидный, всенаправленный. С такой вот настольной подставкой. Также здесь есть в комплекте наушники. Наушники со штекером 3,5 джек. Ну такие простенькие наушники, ребята. По качеству вижу они недорогие. Кабель тут достаточно длинный. Для чего нужны эти наушники? А дело в том, ребята, что у микрофона есть вход для наушников. И вы сможете при помощи этих наушников контролировать качество записи голоса в режиме реального времени. Ребята, что еще хочется сказать? Также здесь у нас есть еще одна такая вот маленькая коробочка. Посмотрим, что внутри. Здесь у нас брендированный кабель, здесь вот логотип бренда, здесь также написано Maona, кабель USB Type-C. На самом микрофоне у нас имеется вход Type-C. При помощи этого кабеля вы будете подключать данный микрофон к компьютеру. Также, ребята, что хочется сказать? Ссылку на покупку этого микрофона я оставлю в описании под этим видео. Стоит этот микрофон около 5000 рублей. Микрофон у нас имеет классический строгий дизайн. Ничего лишнего. Расцветка микрофона черная. Корпус микрофона из металла. Что очень круто. Здесь у нас логотип бренда Маона. Далее у нас идет регулятор чувствительности микрофона. Также этот регулятор выполняет функцию кнопки отключения микрофона. На этом регуляторе имеется индикатор. Если этот индикатор горит зеленым, значит микрофон активен. Если он горит красным, значит микрофон отключен. Далее, чуть ниже, у нас идет регулятор громкости наушников. Вот здесь видите значок наушников. Давайте перевернем микрофон. Здесь у нас имеется переключатель диаграммы направленности микрофона. Верхний режим, вот этот кружок, это всенаправленный режим. Если мы ставим переключатель вниз, это кардиоидный режим. Между прочим, этот переключатель – изюминка этого микрофона, по сути, означающая наличие двух микрофонов в одном корпусе. Благодаря переключению этих режимов микрофон Maono AU903 обеспечит не только качественное звучание подкастов или ваших студийных записей, но и проведение интервью или организацию видеозвонка с участием нескольких людей в одной комнате при помощи одного микрофона. Подставка микрофона тоже металлическая, очень удобная. Микрофон на столе стоит уверенно. Здесь у нас слева и справа крепежные элементы микрофона микрофона. Микрофон можно установить в любом удобном для вас положении. Просто нужно закрутить вот эти крепежные элементы. Ну и, конечно, наиболее важный элемент – капсюль микрофона. Этот микрофон, кстати, имеет двойную капсульную схему. Каждый капсюль по 14 миллиметров. Эта особенность позволяет сфокусировать вам голос или инструмент, минимизируя шум в помещении. Перед тестом микрофона я бы хотел вывести все его характеристики на экран, частотный диапазон, чувствительность, максимальный уровень звукового давления. Все инфо на экране. Микрофон совместим как с Windows, так и с Mac. Итак, дорогие друзья, давайте протестируем микрофон Маона. Первый тест у нас кардиоидный режим. Скажу сразу, нахожусь я сейчас в совершенно пустой квартире, здесь даже не поклеены обои. Поэтому условия для теста, конечно, не очень. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И также, как я вам говорил, на этом микрофоне можно убавлять и прибавлять звук записи. Давайте попробуем убавить его на минимум. И также давайте попробуем его снова прибавить на максимум. Я думаю, вам все слышно. Также давайте теперь проверим, как микрофон реагирует на окружающие шумы. Но в данном случае я буду просто печатать на клавиатуре. Микрофон от клавиатуры находится примерно в 25 сантиметрах. А теперь я переключил микрофон на режим всенаправленный. При помощи этого режима вы можете совершать звонки в одном помещении с участием нескольких людей. 1, 2, 3, 4, 5. Ох, ребята, уронил я микрофон сильно. Помялась вот верхняя сетка. Ну не знаю, возможно его разберу, попробую ее выпрямить. Давайте дам свой отзыв по этому микрофону. Кстати, отзыв записываю именно на этот микрофон. Мне он очень понравился, рад такому приобретению. Качество записи отличное. Можно записывать подкасты, озвучивать видео на YouTube, вести студийную запись, играть в игры, а также совершать видеозвонки с участием нескольких людей в одном помещении. Надеюсь, вы не забыли. Я вам озвучивал что этот микрофон два в одном, имеет кардиоидные и всенаправленные режимы. Микрофон рекомендую к покупке, ссылка на него в описании под этим видео. Не забудьте поддержать видео лайком, старался для вас. И подписывайтесь на канал, впереди вас ждет много интересных видео.